я не являюсь профессиональным портретистом. То есть это определенный жанр, который предполагает, ну, определенные качества у фотографа. То есть умение, вот, как бы, определенное манипулирование, да, объектом съемки, настраивание его на какой-то нужный ему лад. Я немножко такой человек, как бы, сдержанный внутренний интроверт. И это, как бы, не моя стихия. И поэтому я не, как бы, не специализируюсь на такой портретной съемке людей. То есть я снимаю людей, но в основном, как бы, так, опосредованно. Да. То есть меня больше интересует взаимосвязь человека с его окружающей средой, но не конкретно человек. Вот. Но у меня есть ряд работ уже, как бы, которые возникают, да, там можно назвать их портретами, но они возникают уже в результате длительного общения с людьми, да, с какими-то такими уже налаживанию связи, когда человек уже не обращает на меня внимания, и, ну, я не преследую цели его сфотографировать, но это, как бы, в процессе нашего общения, вот, порой у меня возникают портреты, да, и за долгие годы, да, моего занятия этим делом, вот, накопились, да, какие-то уже такой небольшой архивчик, но я чувствую у них некое, ну, да, содержание. Вот, это не просто картинка человека. То есть там есть, ну, некая интенция, вектор. Вот, причем, ну, я не знаю, не всегда совпадает с тем образом, который, данного человека, который существует, или образом, который человек сам о себе представляет. Но это, как бы, некая, ну, игра. Вот такой театр, где вот этот портретируемый мной человек, вот, как, исполняет какую-то роль, ну, которая вот в данный момент, мне показалось, вот, проявляется в жизни в этом месте, в это время. Вот, и, ну, это, да, небольшой такой вот театр одного актера. Поэтому это интересно. Для тебя это все-таки момент? Момент, да, больше момент, да. Да. Угу. Я не делаю таких каких-то глубоких исследовательских портретов с какими-то там философскими коннотациями. Ну, для меня фотография — это всегда, вот, я и ценю ее за то, что это, ну, это некое соединение спонтанного, вроде бы случайных каких-то факторов, с чем-то, что, как бы, уже в тебе есть и долгое время формируется, и уже, как бы, некий готовый такой, какая-то мысль, и которая находит вот в окружающем мире, в какой-то случайном каких-то стечениях обстоятельств, находит реализацию. Вот, то есть это соединение спонтанного и уже подготовленного, осознанного, да, да, вот так. Ну и, собственно, портреты примерно, я думаю, вот в таком же ключе.